Соединяя такие тонкие и сложнейшие явления, как театр и детство, необходимо стремиться к их гармонии. Сделать это можно, строя с детьми не театр и не коллектив, а образ жизни, модель мира. В течение 29 лет я тесно общаюсь с детьми, очень разными и очень интересными. Я стремлюсь их научить тому, без чего им будет очень трудно в этой жизни, верить в себя и в свои силы, уважать труд людей, читать хорошую литературу. А они, в свою очередь, учат меня терпеливости, пониманию, внимательности и сопереживанию. Вот так совместными усилиями и создавался мир единомышленников со своим лицом – театральный коллектив «Театрон». Мир «Театрона» – это та зона комфорта и уюта, в которой хочется находиться как можно дольше. Любой ребенок обязательно мечтает о чуде, и моя задача – помочь этой мечте воплотиться в реальность. Когда-то давным-давно и я была таким же ребенком и занималась в школьном театральном коллективе. Вспоминая об этом времени, я понимаю, что своим становлением обязана моему педагогу, которая учила своих учеников не просто мечтать, а работать на свою мечту, добиваться своей цели трудом и учением. Возможно, именно поэтому я и связала свою жизнь с педагогикой. Сегодня в театральном объединении дворца занимаются 65 девчонок и мальчишек. И всех их объединяет одно – стремление постичь удивительный мир театра. А ведь театр – это не просто игра на сцене. Театр – это совместный труд, это дисциплина, это плечо товарища, это взаимопонимание и огромная работа над собой. Сегодня образовательный процесс по программе «Театр плюс» с одной стороны нацелен на сохранение классических традиций театральной школы, а с другой – на формирование ключевых компетенций у учащихся средствами театрального искусства. Начиная с первого года обучения и до выпуска из коллектива, происходит постижение законов окружающего мира через приобретение навыков в области технологий театрального творчества. Но самая приоритетная моя задача, как педагога, – обеспечить успешность каждого ребенка. Вот так, вместе, шаг за шагом, мы творим и радуемся нашим ежечасным маленьким и большим достижениям и творческим победам. Мне радостно наблюдать за своими учениками. Это интересные, самостоятельные, небезразличные подростки. Они с одинаковым энтузиазмом участвуют и в студийных сценических постановках, и в мероприятиях различного уровня, и в театральных фестивалях. Самое большое для меня счастье – играть с моими учениками на сцене в одном спектакле. Создавать яркие сценические образы на лагерных сменах, разыгрывать друг друга на капустниках. Особый предмет моей гордости – это выпускники нашей студии, которые связали свою жизнь с театральными профессиями – режиссера, актера, продюсера. Уважаемые коллеги, я абсолютно убеждена в том, что для каждого из нас быть педагогом – это не случайность, а предназначение. С одной стороны, это необъятная радость общаться с детьми, а с другой стороны, это огромный труд и физический, и моральный, и духовный. В современном мире продвинутых технологий подросткам очень непросто сориентироваться, найти свое место в жизни. И нам с вами очень важно вовремя оказаться рядом. Мой педагог по режиссуре в свое время говорил: «Нам не надо, детям тем более. Нам надо, детям тем более». И по большому счету не важно, какую профессию в будущем выберет наш ученик. Главное, чтобы он состоялся как личность, смог реализоваться в этом противоречивом мире. Хотя я, как театральный педагог, все-таки считаю, что именно театральное искусство способно обеспечить духовный рост и предоставить широчайшее поле для деятельности и реализации творческого потенциала подростку.